Привет, народ! Так сказать, вещаю сегодня из дома, потому как работал до обеда. Вот в таком пакетике мне только что принесли, вот именно в таком состоянии, мне принесли только что посылку с Китая. Ну и вот чек от Google. Я вот так вот покажу просто, что это не тот же самый, это новый. Ну, бумага на просвет тоже светится, все нормально. Ну, вот в таком вот состоянии принесли. Почтальон где-то, не знаю, где его роняло. Или, может быть, я просто не представляю. То есть, вот. Ну, она думала, что это письмо просто. Ну, и посылочка тоже вскрывалась. То есть, вот она разорвана, скотчиком заклеена. Посылки должно быть много-много всяких маленьких приколюшек. Ну, первая из них — это точно такая же вторая китайская грелочка. Как она у меня уже есть, это вторая, это для дома. Дальше следующее — это у нас все пожмаканное, все покоцанное, но вроде как целое. Я почему-то думал, что вот эта вот история должна быть побольше. То есть смотрите, какой размер, это просто малютка какая-то. Это у нас микроскоп, так называемый. Микроскоп для того, чтобы... Ну, здесь... Я так думаю, батарейки еще надо поставить микроскопу. Для того, чтобы созерцать режущую кромку. Ну, в принципе, ничего так. То есть, ну, я не думаю, что я смогу показать сейчас вам это все хозяйство. Ну, давайте попробуем. Хотя очень сомневаюсь, как это будет выглядеть. Ну, навряд ли, да, конечно. В камеру это все получится показать. Не знаю, давайте попробуем вот так вот, может быть. Ну, в общем, навряд ли, да? А если так? Ну, вот если так, то что-то видно, но все равно не так, как это видно глазом. В общем, на глаз это видно хорошо. А вот на камеру, ну вот что-то типа, да? Угу. Вроде как что-то получается такое. В общем, камера фокусируется на самой линзе, а не на картинке. Ну, здесь даже есть подсветка своя. Я чего-то как-то ее не дожал. Ну-ка, посмотрю-ка я. Ну, в принципе, так очень даже ничего. Я не понимаю, должно показываться. Давайте еще раз попробуем. К сожалению, не хочет камера показывать. То есть она фокусируется и показывает что-то там внизу. Не, это не то. Хотя вот на глаз.
Для глаза это то, что надо. То есть, в принципе, отлично. Ну, что и требовалось доказать. Так называемый микроскоп. Не совсем он, конечно, увеличивает до такой степени, как хотелось бы. Хотя написано, что 45 крат имеет микроскоп этот. Дальше это у нас. А, это у нас зажим. Зажим для гитары. Да что ж сегодня за день такой-то, а? Да. Нету. Без понятия. Да. Зажим для гитары. Это подарок зятю моему. Дальше. Что у нас здесь есть? Ага, это я заказывал китайских братьев штатив маленький такой себе. Ну такой же, как у меня уже есть, в принципе. Где-то он есть. Но это совсем-совсем вот у меня мой штатив. А это чуть-чуть просто повыше. Ну вот как бы и вся разница. Просто что это штатив реально тяжелый такой. То есть если берешь в руки, кажется, что ого, металлический. А этот вообще невесомый, пластиковый такой. Ну, в принципе, вот где-то, скажем так, взять с собой его очень, я думаю, будет удобно. Он очень-очень легенький, вообще невесомый. Практически. Дальше. Дальше у нас здесь. У нас здесь должен быть фиатный фонарик. Так и есть. Вот такой вот фонарик. Сипик. Сейчас нужно сюда батареечку положить. И он должен загореться. Фонарик, в принципе, должен быть фиатный. Обычная батареечка, вот 2А, без проблем. Ну так, скажу честно, на $5 фонарик стоит $5, вот ровно так он и светит, то есть на пятерочку. На $5. Чем хорош фонарик? Тем, что можно ронять. Анодированный алюминий. Тем, что есть линза. То есть можно фокусировочку делать. Ну вот как бы и все. Фонарик покупался так, чтобы вот просто посмотреть, что это такое. И потом кому-то подарить. Ну и последнее, что у нас в коробочке есть, это весы. Есть у меня маленькие ювелирные весы на работе, но они до 500, до полкилограмма весы. То есть они до 500 грамм. Эти же весы до 2 килограмм. Угу, ну, естественно, китайцы батарейки не положили. Положим мы сейчас. Кстати, не знаю. Ну, я не буду предполагать даже ничего. Появился у меня. Да не появился, он всегда был какой-то доброжелатель. Сегодня буквально не было меня дома, то есть, и ситуация такова, что приходит мне по электронке сообщение, что
ваше видео попало в список, не помню как там уж написано, даже недопустимых что ли. В общем, так получается, что кто-то нажал под мое видео, так сказать, жалобу и пожаловался на то, что в видео есть непристойное содержание детям до 18 лет. Ну, я предполагаю, конечно, кто это, не буду утверждать, не хочу просто даже начинать какие-то по этому поводу. Даже не хочу начинать по этому поводу какие-то качели. 109 грамм. Ну, в принципе, как бы должно быть вроде как нормально. Ну, то же самое, весы имеют тарировочку. Но весы до 2 килограмм, что очень-очень мне подходит, потому что на 500 грамм весов мне не хватает. Потому как, допустим, досточка и две пасты весят обычно там 560, 700, 800 грамм, смотря какая досточка, смотря какое дерево, то я ложу просто досточку с пастой готовой на весы перед отправкой на почту, и весы зашкаливают. Весы просто зашкаливают, то эти вот килограмм, ну, в принципе, эти до 2 килограмм должны быть. Да, до 2 килограмм они держат, потом обнуляются. Ну, в принципе, меня устраивает, как бы. Вот такой вот маленький анбоксинг получается. Ну, очень, кстати, классная штучка, вот этот кожаный чехольчик. Не кожаный, но дермантиновый. Но очень хорошо, что он есть. Очень удобно в нем будет переносить это все хозяйство. Таким вот образом. Ну, в принципе, вот как-то и все на сегодня. Не знаю, стоит ли, конечно, начинать эту тему, но как-то непонятно, чего люди пытаются добиться тем, что подают какие-то фальсифицированные жалобы на содержание видео. Видео последнее, вот, про Кершоу, про нож, я не понимаю, какое там кому-то содержание чего-то не понравилось. Ну, всякое бывает. Ладно, все. Пока-пока.